Каждый год в Одинцово проводятся мероприятия, посвященные Всемирному дню памяти жертв ДТП. Главная цель – привлечь внимание жителей города к масштабам смертности на дорогах. Одна из причин, по которым происходят несчастные случаи – незаметность пешеходов на дороге в темное время суток. Способ стать заметнее есть, и он понятен даже детям. Необходимо взять в руку любой световозвращающий элемент или добавить его к своему образу, прикрепив на сумку или одежду. Это может быть что угодно – брелок или даже простая лента. Воспитанники детского сада номер 40 вместе с педагогами решили сделать светящимся куст вблизи одного из пешеходных переходов. В качестве украшений использовали световозвращающие элементы. Каждый прохожий сможет воспользоваться ими, чтобы засветиться в темное время суток. Старший государственный инспектор ОГИБДД Евгения Воронина знает, такая простая вещь может спасти многие жизни. Очень много гибнет людей на дорогах, а гибнут в основном или люди пожилого возраста, я имею в виду, это про пешеходов, кто гибнет, либо маленькие совсем детки, которые без родителей переходят дорогу. В планах украсить деревья около пешеходных переходов по всему городу, чтобы любой прохожий смог засветиться. Девиз акции «Возьми и носи, светись в темноте». Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».